Серьезная авария произошла на трассе Владивосток-Уссурийск. В столкновении в районе Кипарисова пострадали 3 автомобиля. Автомобильная дорога Владивосток-Уссурийск. Со стороны Уссурийска движется автомобиль Toyota Hiace Regios. За рулем микроавтобуса мужчина. Он с супругой и 3 детьми направляется на природу. Мужчина не ожидает, что запланированный отдых придется отложить по независящим от него обстоятельствам. В районе Кипарисова в заднюю часть микроавтобуса влетает Toyota Corolla. Ехали мы довольно-таки не быстро. 3 детей в кабине было. Ехали отдыхать. Я перестроился в левый ряд, ехал 60 км. Передо мной остановилась женщина, поворот налево показала. Я за ней остановился, потому что по правой полосе был поток машин. Ну и все, остановился, стою, жду, когда женщина повернет налево. И хлопок такой в задницу. И все. От удара Toyota Hiace по инерции врезается в остановившийся впереди микроавтобус Toyota Noah, за рулем которого находится женщина. Пострадавшие машины застывают на проезжей части, шокированные водители осматривают повреждения. Водитель седана объясняет, он попросту не успел остановиться. Ехал по центральной полосе, передо мной резко повернул грузовик, у меня не оставалось времени просто отреагировать. Нажал на тормоза и все, вот машина. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров и водителей не пострадал. Находившиеся в салоне Toyota Hiace Regios даже не успели понять, что произошло. Из машин самый серьезный ущерб получила Toyota Corolla. Самое обидное для водителя седана, ему придется оплатить ремонт из собственного кармана.